Сейчас свою песню исполняет участник конкурса, рядовой Сергей Жигунов, Московский военный округ, партия флейты Валерий Сафронов. Я подобрал у кедра кусок коры горячей, коричневой ладошкой, упавшей на песок. И вдруг построил лодку, корабль не настоящий, найдя для мачты веточку, для снасти волосок. Он вышел самым смелым, с березовым листочком, и по дождю вчерашнему в дорожной колее отправился за счастьем, а я взмахнул платочком, и стало небо синим, а мне не по себе. И будет лужа морем, когда глаза закрою, смола лизнула щеку, зачем к стволу приник? А он боролся с ветром под энной широтою и сам себе придумал, что он пиратский брик. Языческие сосны таинственно небрежны, струятся хвойным дымом по чистым небесам. Я не сказал ему, что звать его Надежда. Он должен разобраться в этом сам. Thank you.